возможно, будет не то чтобы необходим, но нужен. Сразу скажу, что у меня вот есть 4 основных пункта. Это обувь, средства индивидуальной бронезащиты, медицина и оборудование. И эти пункты, они, я вот их буду перечислять не в порядке важности, увеличение важности, уменьшение важности. Они, каждый из них важен. Я их просто перечислю, 4 пункта. То есть это не значит, что первый пункт важнее четвертого, а второй важнее третьего, а третий важнее второго или менее важен, чем второй. Вот есть 4 пункта, и они все важны. Как расставить приоритеты относительно данных 4 пунктов, решать вам. И вы, пожалуйста, о них решайте сами. Значит, первый элемент комплекта экипировки, на котором не стоит экономить, это обувь. Обувь – это здоровье, прямо в прямом и переносном смысле. То есть обувь настолько, насколько качественная и хорошая у вас обувь, настолько вы будете не то чтобы в комфорте, но и настолько вы будете здоровы, реально здоровы. Потому что в холодное время года обувь – это, повторяюсь, в третий раз здоровье. Примерно там, я не помню, уже с 19 года я без передыху и постоянно рекламирую и топлю за обувь фирмы Прабос, Чехия. Ну, да, это страна НАТО, да, что мы не можем, блять, мы не можем нахуй, мы можем только... Вот только, блядь, мы можем в плане обуви. В плане обуви мы не можем нихуя, блядь. И попытки Фарадея кривые, блядь, сегодня это, блядь, попытки, блядь, в лучшем случае, блядь, криво скопировать что-то, что есть там. Обувь мы сегодня не можем, блядь, ебать, не можем. Поэтому приходится обувь сегодня нам, кто о себе заботится действительно, покупать иностранную. От вероятного противника. И не от вероятного, а от реально противника. И вот обувь Прабос, чешская обувь от фирмы Прабос, это обувь от противника, которую мы сегодня можем купить, блядь, и которая реально охуенно, блядь. Парадокс заключается в том, что 4 года, блядь, я про нее говорю, и 4 года вы мне спрашивали, а схуя ли она. А сегодня вы как ебаные, блядь, ебачи, блядь, бегаете нахуй, блядь, по всей, блядь, ебать стране, блядь, в попытках найти, где она продается. Слава богу, что Прабос, блядь, ну, не закрыл, блядь, экспорт, да, или импорт. Я постоянно путаю вот эти понятия, экспорт и импорт, обуви своей в страну. И она сегодня идет в страну, и идет в Россию все больше и больше. Все больше и больше торгующих организаций заключает с Прабосом договора, все больше и больше обуви. Прабос приходит в Россию, все больше и больше обуви Прабос, блядь, для вас доступно. Бля, 4 ебаных года я говорил, бля, ебучий блогер разведоз вам говорил, бля, купите Прабос, вы расскажите, схуяли. Ну вот, блядь, схуяли то, что и ваши ебаные зефирки, блядь, сегодня, блядь, в условиях вот сегодня, блядь, окопной войны, блядь, это говно, блядь. А цельнокожаные ботинки от Прабос, цельнокожаные, это заебись, блядь. Да? И дешевле они сегодня выходят. Вот понимаете, вот вам, блядь, говорили 4 года, блядь, вы 4 года спрашивали, нахуя, блядь, вам сегодня говоришь снова и снова спрашивают, блядь, понимаете, вы не заебались на грабли наступать? Вот правильно, блядь, вот, сегодня, вот только сегодня, блядь, вы скажете, ай, блядь, он смотрит Гордона. Да, я сегодня только смотрел Гордона и Арестовича, блядь, они там снова сегодня ходили по Киеву, по кладбищу, блядь, охуенное место выбрали, блядь, выбрали охуенное место, по кладбищу ходили и разговаривали, и они сегодня употребили фразу Задорнова о том, что если русский человек наступает, блядь, сотый раз на грабли, он радуется, блядь, о том, что грабли еще не спиздили. То есть он наступает на грабли, грабли бьют ему по ебальнику, он думает, бля, слава богу, грабли на месте. Бля, ребят, перестаньте наступать на грабли, бля, вам 4 года, бля, 4, бля, ебаных года говорили, что купить, бля. Просто возьмите и купите, что вам говорят, бля, не бейте мозги. Так вот, обувь. На обуви экономить не стоит. Выбирайте всегда. Чем тяжелее условия эксплуатации, тем большее значение имеет и приобретает цельнокожаные конструкции. То есть цельнокожаная обувь проявляет себя максимально хорошо. Если вы смотрели ролик, в чем админ пошел на СВО, он, значит, демонстрировал там, по-моему, Замберланд. По-моему, Замберланд. Ботинки цельнокожаные, да? Который у нее с 2014 года. Это цельнокожаная конструкция. Никаких ебучих вставок, блядь. Никаких ебучих, блядь, кроссовочных решений в них нету. Никакой, блядь, ебать, эвоподобной. Никакой поебени в них нету.
Это цельнокожаные, мощные, тяжелые ботинки. Никакой поебени, к которым вы привыкли за годы, блядь, ебать, когда 50 человек, блядь, гоняло двух, блядь, в доме, блядь, и чувствовало, что так и должно быть. Блядь, это не работает, короче, сегодня это не работает, блядь. Плюс кевлар в подошве, блядь, я имею в виду Прабос, да, плюс хорошая кожа, плюс Гортекс, плюс. Одни плюсы. Поэтому просто купите право, снимите мозги. Это что касается обуви. Многие так уже сделали, я за вас рад. То есть мне все больше и больше народу пишут. Мы купили, Развидос Эдишн, Прабос Вагабонд Развидос Эдишн. Мы купили то, Грейманы, Фантомы. 5 баллов, ребят. Молодцы. Идем дальше. Следующий момент. Средства индивидуальной бронезащиты. Говоря про средства индивидуальной бронезащиты, подразумеваю не только бронежилет или шлем. Я подразумеваю очки, я подразумеваю там наколенники, наушники, без которых сегодня оказалось внезапно нихуя не вырулить, блядь. Без наушников, потому что можно стать дураком и ссаться под себя, в буквальном смысле. Можно стать дураком и ссаться под себя. То есть была куча, блядь, ебать, старообрядцев, которые рассказывали, что активные наушники, блядь, придумали, ебать, клоуны-токсикульщики. Для того, чтобы не травмировать ушки в тире. А настоящие пацаны вставляют в уши, блядь, гильзы от ПМа и ебошут, блядь, до победы. Но оказалось, что если, блядь, в них, блядь, прилетает что-то там от калибра, блядь, 100 и выше, то, блядь, уши, блядь, гильзы от ПМа не способны защитить, блядь, их головной мозг, блядь. Он вытекает через уши, блядь, они становятся дураками. Ну, то есть они были дураками, а становятся дураками еще больше, блядь. И поэтому, блядь, приходится, блядь, сегодня... нам говорите про активные наушники. Ну, то есть, говоря про средства индивидуальной бронезащиты, я подразумеваю весь полный комплект защиты. Еще раз, это шлем. И сегодня задает он безухий шлем. Да. Сегодня задает он безухий шлем. Хотя бы потому, что найти наушники сегодня сравнительно дешевые и работающие с креплением на шлем... гораздо проще, чем сегодня купить наушники с тактическим оголовьем, которые лезут под ушастый шлем. И да, сегодня рулит безухий шлем. Я как рекламировал, блядь, в свое время шлем, блядь, от компании класс, от НПП класс, Тор, так он сегодня и актуален. Как я говорил потом про шлема от компании Атлант Армор, так они сегодня и актуальны, блядь. В том числе и безухие, блядь. Как и говорил про активные наушники, что они нужны, так они сегодня и нужны. Как и говорил про, блядь, очки, блядь, баллистические, так они сегодня и нужны. Но все-таки основное значение имеют сегодня это средства индивидуальной бронезащиты. И главная проблема в том, что очень много компаний в России сегодня делает, блядь, плитники и бронежилеты. Условно бронежилеты. Говоря про бронежилеты условно, я подразумеваю то, что бронежилет – это комплексное изделие, а плитник – это только чехол. То есть сегодня основное количество компаний коммерческих в России делает все-таки просто чехлы, бля. Они не делают комплектные бронежилеты, только чехлы. И ограниченное количество компаний делают все-таки комплектные изделия. То есть они делают чехлы, они делают сами баллистические вставки в них, баллистические пакеты, комплектуют их не только чехлы, но и дополнительные модули защиты, шея, пах, плечи и так далее. Но и комплектуют их плитами. От различных производителей. И в том числе это компания Арсарма. С компанией Арсарма я работаю с 2018 года, да, то есть в этом году сколько? Ну, 4, там, 5 лет, да, и так далее. И с начала работы меня схуяли Арсарма. И сегодня у Арсармы очередь полгода, которую они с трудом закрывают. И вы всем пердите мозгами, блядь. Почему? То есть раньше вы пердели. Смотрите, раньше вы пердели мозгами, почему Арсарма. Сегодня вы же пердите мозгами, почему так долго? Потому что вы долбоебы, блядь. Потому что, сука, вы долбоебы. Потому что надо было купить, когда я говорил, блядь, покупать, блядь. А не когда вы, опачки, блядь, нам надо сейчас. То есть очередь в полгода создала не компания Арсарма. Очередь в полгода создали вы. Потому что... ни одна сегодня коммерческая компания в России не способна производство свое расширить настолько, чтобы закрыть ваши потребности в бронежилетах. И скажу больше, даже государственные компании, которые работают на государство, сегодня имеют очередь, блядь, в полгода для того, чтобы выполнить коммерческие заказы. Не только коммерческая компания «Арсарм», а все коммерческие компании «Техинком», «Класс», там, «Амнитек», они имеют очередь на полгода.
потому что не способны производство, блядь, закрыть ваши потребности. То есть вам говорили, а вы спрашивали, схуяли. Сегодня, ёб твою мать, дайте нам быстрее больше. То есть вы сегодня спрашиваете, что купить. Вы уже поняли, что надо купить, блядь, Сканду, блядь, и Тан. Вы это уже поняли. Вы, блядь, сегодня спрашиваете, а схуяли мы должны ждать полгода? Бля, ребят, ну не ждите, блядь. Будьте с голой жопой, блядь. Вы сейчас скажете, ебать ты пидорас, блядь, кощунственный пидорас. Ну вот я, блядь, такой. Ну реально, блядь, просто, блядь, вот вам, блядь, ёпты, пять лет, что купить? Вы, а схуяли это? Мы хотим, блядь, покупайте, что хотите. Только мозги нам не ебите, пожалуйста, окей? К слову, если мы говорим про обувь, я говорил, да, то есть я не работаю ни с одной торгующей организацией, которая торгует фирмой Прабос. То есть я работал с фирмой, пока была возможность, я работал с фирмой Прабос напрямую. И фирма Прабос сегодня цены не подняла. То есть сколько ботинки стоили, столько они и стоят. Почему подняли цены торгующие организации, вопросы к ним. Я с ними не работаю. Мне никто из них не платит деньги, и, блядь, на этом вопрос можно закрыть, блядь. Вопросы, почему так дорого и почему нету, задавать мне не имеет смысла. Задавайте торгующим организациям. Что касается компании Арсарма. Они подняли цены, да, это связано с проблемами с логистикой, это связано с проблемами с материалами, это связано с проблемой в том, что эти материалы надо сегодня вести по, блядь, неближним концам, блядь, через три пизды колена. Несмотря на то, что, блядь, скажут, доллар же, блядь, не повысился, а доллар здесь ни при чем. Проблема в том, что теперь нельзя просто заказать и получить. Теперь надо через три пизды, через три конца, бля, вот это все возить туда-сюда. Да, они подняли цены в минимальной степени. То есть они подняли цены ровно настолько, чтобы производство для них осталось, блядь, коммерчески выгодным. И для того, чтобы в том числе стало возможным, внимание, расширение производства. Потому что компания Арсарма сегодня по некоторым позициям увеличила производство в 2 раза, по некоторым в 1.5. Для того, чтобы это стало возможным, блядь, единомоментно, пришлось им поднять цены для того, чтобы это сделать, блядь, в конце концов, понимаете? Не нравится, не покупайте. Идем дальше. Следующий момент – это медицина. Ну, это вообще пиздец, как бы, потому что и для меня экономия на медицине – это всегда был бред, блядь. То есть я всегда старался покупать максимально качественные, востребованные элементы медицинского оснащения. То есть я в 2013 году еще, блядь, будучи, блядь, в командировке, покупал элементы медицинского оснащения Целокс А, К-турникеты, Комбат Гаусс, которые, бля, были по цене вообще на тот момент, они просто были космические вообще. То есть мне люди говорили, ебать, сколько вот это стоит хуйня? Я говорю, вот столько-то стоит. Они говорят, ебать ты дебил, бля, понимаете? Ну, я их, в принципе, понимаю, не осуждаю. Но как бы люди никогда не сталкивались, блядь, с угрозой того, что противник может применить современные средства поражения, когда вот это вот все, вот что вот это ебать ты дебил, оно будет лететь в секунду, улетать. Я как бы с ними согласен, что они удивлялись. Но сегодня, когда люди сегодня, бля, в сегодняшних условиях экономят на медицине, они говорят, мы бы рады, но у вас нету. Чего у вас нету, долбоебы? Чего у вас нету? У вас есть телефон, сука. Иди продай свой телефон ебучий, бля. Не сиди в Инстаграме, бля. Не дрочи, блядь, на порнуху, бля. Вместо телефона сегодня, бля, иди купи турникет, бля. Иди купи нормальный, блядь, ППИ, бля. Иди купи сегодня бинты, тампонады, бля. Купи себе кнопочный телефон, бля. И с кнопочным телефоном, блядь, сходи, бля. Если ты на это не готов, бля, ну тогда не стоит разговаривать про какие-то дорогие вещи. Просто не стоит, блядь, пиздеть, бля. У мобиков сегодня зарплата 200, 200. На что у вас нету денег, бля, ребят? На что нету денег? А, схуя ли я это должен покупать? Мне это должны дать. Ну, ждите, когда вам это дадут, блядь, ребят. Ждите. Может быть, дождетесь. Может быть, нет. Просто, когда речь идет о моей жизни, блядь, я, блядь, себя укомплектую. Я не выпью лишний егермейстер, я не съем лишние роллы, я там не знаю, там еще что-нибудь не сделаю, но я укомплектую себя так, как должно. Это мой подход. Вам этот подход не подходит? Значит, не стоит разговаривать, бля, что сегодня есть все. Вся медицина сегодня в наличии.
самого высокого качества. Хотите американские оригиналы? Пожалуйста. Хотите очень хорошие китайские или отечественные реплики, копии? Пожалуйста. Сегодня есть все. Только берите и пользуйтесь. Не хотите, не пиздите. Точка, блядь. Не стоит сегодня плакать, что чего-то нету, или что, а что-то дорого. Сегодня дорого все, блядь. Сегодня, блядь, пойти в кабак, блядь, посидеть с друзьями дорого. Сегодня все дорого, блядь, ебать. Не готовы, блядь? Не пиздите. Все, блядь, ну просто это уже я заебался. Если сегодня вы себя не снабдили качественной, адекватной, я не говорю самой дорогой, я не говорю про производителя, я не говорю, блядь, просто адекватной, качественной медицины, если вы сегодня себя не снабдили, значит, блядь, вы долбоеб, блядь. А я вот Вася из села, блядь, сегодня Вася, вот смотри, Вася, ты же сегодня на порнуху дрочишь? Открываешь, блядь, порно-сайты, блядь, и дрочишь на порнуху. Ну, дрочишь, да? Ну, реально, дрочишь, блядь. Вот ты сегодня не дрочи на порнуху. Ты сегодня открой, блядь, не знаю, там, канал, блядь, Юрки Максимова, блядь. И посмотри, какие он рекомендует турникеты, блядь. И купи турникеты. Просто, блядь, если ты сегодня дрочишь на порнуху и не знаешь, блядь, какой тебе купить турникет, ну, ты долбоёб, блядь, ебать, понимаешь? Ну, кроме шуток, блядь. Говорю, как есть просто. Я ни разу не видел, блядь, чтобы человек, который хотел бы себе залить, блядь, он не залил. Я их прям видел на занятиях. Мы за ухо их выводили, блядь, из строя. Люди приходили просто в говнище, блядь, ебать, наглаушенные в говно, блядь. Мы их за ухо с автоматами, с боевыми патронами, мы их за ухо выводили, заставляли отжиматься. Вот я их видел не раз, блядь. А сегодня вы мне, блядь, будете рассказывать, что вы сегодня, блядь, ебать, вдруг, блядь, сейчас, секунду. А сегодня вы мне будете рассказывать, что вы, блядь, друг не можете найти, не можете вырвать от души. То есть вы, блядь, где нахуяриться, вы находите. А где, блядь, научиться, блядь, где посмотреть, где купить, нет. Ну, значит, вы не хотите. А если вы сегодня, будучи военнослужащими, в том числе мобилизованными, не находите, блядь, себе, где купить элементы медицинского обеспечения, как ими пользоваться грамотно и корректно, значит, вы долбоёб. Я отвечу свои слова. Вы долбоёб, блядь. И более того, вы долбоёб не только потому, что вам похуй на себя. Вы долбоёб, потому что вам похуй на людей, на друзей, которые находятся рядом с вами. Вы опасный долбоёб, блядь. Это вам надо сказать прямо, потому что, возможно, это обратимый процесс. И вы там перехуетесь, блядь, подумаете, блядь, 30 раз измените свое мнение, и так далее, и придете, блядь, к общему знаменателю, к кому-то нормальному. Вот и все. Про средства медицинского обеспечения говорить ничего не хочу. Значит, смотрите внимательно, важный момент. Я рекламирую, как блогер продажный, средства медицинского обеспечения от компании Leaf. Я начал их рекламировать задолго до того, то есть я начал их рекламировать, когда ни Rina Rescue, ни Atlant Armor, ни прочих компаний еще не было вообще, блядь. Был только американский оригинал, был Leaf и был говеный, но неймовый Китай. Вот я начал рекламировать Leaf, когда никаких а что ты не рекламируешь Rina Rescue, а что ты не говоришь про то? Да я сам решаю, ёб твою вашу мать, блядь, про что говорить нахуй. Хуеплеты ебучие. Я решаю, о чем говорить, о чем не говорить. Я начал говорить про Leaf, когда не было нихуя, блядь. Был только оригинал, которого не было. И был Leaf, который был, блядь. Я в те времена начал говорить про Leaf. Где вы все были хуепуталы в те времена, блядь? Вот мне вопрос, блядь, вызывает. Где были вы, блядь? Где были вы, блядь, подпездыши ебучие, блядь, которые вылезли потом, блядь, начали квакать, блядь, ебать. Где вы были, блядь, уебаны, блядь? Где были вы, блядь? Когда мы вместе, блядь, со Славой, блядь, с Димоном из Руса, блядь, с Виктором, блядь, Лихновичем и так далее, блядь, наполняли рынок, блядь. Где были вы, блядь, ёпта? Где были вы, пиздоболы, блядь? Где были вы, блядь? Вы были в очке, блядь. Да вы сейчас в очке, блядь. И вас просто не устраивает нахождение в очке, вы поэтому оттуда квакаете, блядь. Навертело вас на хую, блядь. Почувствуйте головокружение.
Идем дальше. Следующий момент, это, то есть, была обувь, СИП, медицина. Следующий пункт, это оборудование. То есть, оборудование, это прицелы, это там элементы тюнинга, прочие моменты. Значит, это очень важные моменты тоже, потому что сегодня, блядь, внезапно получилось так, что боец оказался не просто бойцом. Боец сегодня, блядь, оказался оператором комплексов. И это комплексы стрелкового оружия, это комплексы артиллерийских комплексов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это все комплексы. И сегодня боец – оператор комплексов. И поэтому оборудование сегодня стало важно. И в связи с этим меня дико радует, дико, блядь, бесят, блядь, радует, хотел сказать, блядь, куда нахуй радует. Бесят уебки, тупорылые уебки, которые любят произносить фразу «это слишком сложно для бойца». Тупые пидорасы, блядь. Тупые пидорасы, блядь. Возьмите, блядь, сложите вот так руки, блядь. Уебитесь, блядь, об стену лощом самоубийцей, блядь. Уебаные, блядь, глумные, блядь. У вас, по-вашему, блядь, коллиматорный, ночной или тепловизионный прицел слишком сложен для бойца, а танк... Танк механиком-водителем, которого является боец, он несложный для бойца. Вы понимаете, насколько вы, бляди, тупые? Понимаете? Или не понимаете? Ну, наверняка не понимаете, потому что вы дебилы, блядь. То есть, вы говорите, что прицел, блядь, с красной точкой прицелился, стреляя, он для бойца сложен, а танк, блядь, которым надо управлять, он простой. Вы, блядь, просто уебаны, блядь. Ну, реально уебаны. У меня вопрос. А вы видели когда-нибудь, блядь, придурки, блядь, прицел для ДШК зенитный? Вы когда-нибудь видели, что из себя представляет зенитный, блядь, прицел для ДШК? Видели когда-нибудь? Ну, посмотрите, вы охуеете. Это не для средних умов и точно для вашего, блядь, зачаточного, блядь, умишки, блядь. Вы охуеете, блядь, где ракурс, под каким углом, блядь, на какое упреждение, при какой скорости самолета надо выставлять, блядь, зенитный прицел для ДШК. Вы охуеете. Вы когда-нибудь пробовали, ебланы, блядь, зарядить ЗУ-23, блядь? Когда-нибудь пробовали? Ну, вы просто попробуйте ее зарядить, вы охуеете, блядь, долбоебы, блядь. Когда вы рассказываете, бля, это слишком сложно для бойца. Долбоебы, бля, это все виды вооружений просто предназначены для бойца. Вы представляете, что такое обслужить танк зимой, блядь, в поле? Перекинуть двигатель, блядь, например, у танка, блядь. Представляете, это должен делать боец с командиром, блядь, там, ну, танкового завода или роты, к примеру. Да? Перекинуть танк, блядь, в поле, двигатель танка на танк. С танка двигатель вытащить, а другой вставить. Представляете, да? И вы, ебланы, рассказываете, что прицел, он слишком сложен для бойца. Уебки тупые, блядь. Проблема в том, что вам, долбоебы, дали право голоса, не право, а возможность голоса в интернете. Вас надо просто пиздить колами, блядь. Просто пиздить, блядей, тупорылых, блядь, чтобы вы рот свой не открывали, блядь. И не забивали голову людям, которые стремятся к знаниям, блядь, к свету. Что, блядь, вот надо над собой вырасти немного для того, чтобы узнать вот то, вот то, вот то, вот то, вот то, вот то. Так вот, оборудование сегодня... Очень важно. Это касается как прицелов коллиматорных, ночных, тепловизионных, так и элементов тюнинга, так и станции разведки, так и станции связи, так и дронов, так и там различного дополнительного оборудования к ним, и раскопов, сбросов, этих там, блядь, для гранат, для ВОГов, прочее. Это всем пользуется боец сегодня. Боец. И сегодня этим пользуется не какой-то специальный умный человек, профессор Нимнул, блядь, который спустился в окопы, блядь, и помогает бойцам овладеть, блядь, дроном. Этим всем сегодня пользуются бойцы, блядь. Просто бойцы. Вчерашние, блядь, Васи. Сегодня он Вася, блядь, ебать, оператор БПЛА. Казалось бы, ебать, как может быть Вася? Васе же нельзя дать турникет. Он слишком сложен для Васи. Для Васи, блядь, максимум жгут эсмарха, блядь, ебать, и палка, нахуй, вместо автомата. Оказывается, Вася сегодня управляет дроном, суки. Тупорылые, блядь. Как я вас, блядь, глумные, ненавижу, блядь, неучи, ебучие. Так вот, оборудование еще очень важно. И в том, в чем я разбираюсь, да, там, коллиматорные прицелы, потом я немного в них, там, в тепловизионные прицелы, я даю, ну, относительно них советы.
Вот есть прекрасные там прицелы Холосан, коллиматорные, да. Вот есть прекрасные прицелы, значит, тепловизионные, это Легат от ППШ. Вот есть хорошие прицелы Венокс Патриот, там, и так далее, да. В чем-то я не понимаю нихуя в дронах. Я вообще про дроны ничего не комментирую. Мне постоянно пишут, напиши список дронов. Я в дронах ничего не понимаю, поэтому про них не пишу. Мне постоянно пишут, напиши нам, блядь, про там радиостанции. Я в них тоже нихера не понимаю, поэтому тоже про них не пишу. То есть это все, то есть я не собираюсь лезть туда, в чем я не понимаю. Есть вот, например, там про дроны, там можно написать, там Макс Каскад, Шальняк, вам может Костя Ринган написать, а можно написать админ, Владбен, я вообще про дроны не понимаю нихуя. Про радиостанции, вот Макс Каскад, он лучший, блядь, в радиостанциях всех, кого я знаю, я тоже в радиостанции не лезу нихуя. Но я еще раз говорю, нужны коллиматорные прицелы, Холосан, нужны банки, Альфа Армс, нужны, это лучшие банки. Сегодня все хотят Альфа Армс, их просто нету. То есть все сегодня хотят Альфа Армс, их просто нет. Да, в скором времени рынок будет ими насыщен, но пока их нет. Но все хотят Альфа Армс. Вот 2 года мы рекламируем с Димоном Грином Альфа Армс. Люди спрашивают, схуя ли Альфа Армс сегодня? Ёб твою мать, где куп, где? Дайте, дайте. Есть деньги, возьмите наши деньги, дайте Альфа Армс. Блять, ну вот, ребят, может быть вы наконец поймете, что блогеры нормальные, адекватные, ну такие как я, блять. Они не зла вам желают. Они не пытаются вас наебать. Кручу-кручу, запутать хочу. Может быть, до вас наконец дойдет, что смысл работы блогера, адекватного, нормального блогера, в том, чтобы пробовать многое, а рекомендовать лучшее. В том числе и по соотношению цены и качества. Может быть, до вас дойдет, в том, что смысл вот именно в этом. И вот именно на этом построена моя работа. Если вы проанализируете мои посты, наверняка найдется, блядь, тот, кому делать нехуй, у кого много времени. Он может отмотать на год, на 2, на 3, на 4, на 5 назад. Я не рекомендовал ни одного элемента комплекта экипировки, ни разу и никогда, за который сегодня мне было бы стыдно. Ни разу и никогда я не рекомендовал вам ни одного комплекта, элемента комплекта экипировки, за который мне бы сегодня было стыдно. Это ли не критерий, определяющий то, что я не пиздобол? Впрочем, вам решать. Ну и самое главное, на чем я хочу закончить сегодня, да, почему я сразу послал нахуй, я сразу баню, то есть сегодня я в своих профилях ни с кем не вступаю в дискуссию, я сразу баню, мне потом люди пишут, прости, я не то хотел сказать, а можно ли извиниться, нет, нельзя, людям свойственно ошибаться, но прощать не мое дело, блядь. Я пришел к выводу о том, что если люди хотят добить какую-то докопаться до истины, они пишут в комментарии. Люди, которые хотят докопаться до истины, пишут в личку. И в личке мы решаем вопросы. Если люди пишут в комментариях, люди всегда в комментариях пишут для того, чтобы посраться. Для того, чтобы навести срач. Мне в моих профилях не нужен срач. Мне в моих профилях не нужна активность чрезмерная. Мне в моих профилях не нужно, чтобы посты от этого выходили наверх там, или вниз. Мне это не надо. Поэтому я вас сразу, блядь, тупорыло и баню. Только вы ебальник открыли, на нахуй. И вы потом, а я не то хотел сказать, иди нахуй. Поздно, блядь. Поздно. Второго шанса не будет. Сразу хуярю, блядь, моментально. Только бе. Поэтому, блядь, не бегайте. Или, блядь, читайте молча, да, если есть вопросы, личка, к вашим услугам. Я никому из вас не предоставлю свои профили для того, чтобы вы свои, блядь, ебучие идеи, блядь, и свою тупизну, блядь, там рекламировали. Надеюсь, вы меня поняли. Засим откланиваюсь, друзья. В ближайшее время предстоит долгая поездка. Долгая, далекая поездка. По ее итогам, когда вернусь, отчитаюсь и устрою обязательно прямой эфир в формате обратной связи. Я об этом заранее объявлю и дам возможность вам задать вопросы в комментариях. Ну, то есть вы напишите вопросы, и я на эти вопросы буду отвечать. Когда это будет? Как только, так сразу. Следите за публикациями. Да пребудет с вами сила. Пока.